друзья, всем добрый вечер. Решила на ужин приготовить себе куриные окорочка с картошечкой в сковородочке. Для этого нам понадобятся куриные бедрышки, вот такие вот куриные бедрышки. Вот. Складываем в сковородочку. Картошечку лучок я предварительно нарезала. Нарезала полукольцами, помыла. Это будет у меня запекаться под закрытой крышечкой. Складываю картофель и лучок. Приправа нам понадобится. Приправа у меня универсальная вот такая. Посыпаю все приправой. И готовиться это у меня будет на растительном масле. Обыкновенное растительное масло, вот такое рафинированное. Наливаю растительное масло. Теперь нам нужно зажечь газ, закрыть крышечкой. И это блюдо будет у меня готовиться на медленном огне 45 минут. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Надеюсь, мое блюдо вам понравилось. До скорой встречи в новом видео.